Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот. Время, знаете, как бы не хватает, чтобы записать что-то. Каждый день какие-то рейсы, такие немаленькие, километров по 400 я проезжаю, плюс всякие там погрузки, разгрузки. Но хотел совсем о другом с вами поговорить. Сегодня... Ну, вот так вот, знаете, работал с одной девушкой. Ну, так, наверное, даже, можно сказать, с молодой женщиной. И очень талантливой. И, ну, как бы посмотрели, да, и в энергоцентры что-то. Ну, реально многое убрали. Но дело в другом. То есть, обнаружили, она сама увидела на ее... правой руке на безымянном пальце именно кольцо, то есть обручальное кольцо, да, и когда вызвали владельца этого кольца, сначала она увидела своего бывшего мужа. Но я говорю, попроси его снять маску и показать свой истинный облик. И оказалось, дорогие, это совсем не он. И это кольцо, оно было одето ей еще до ее свадьбы. То есть вот представьте себе, как, ну, такая вот некротическая подключка на такое вот обручение. Кто-то такими вот злыми намерениями, такими вот колдовскими действиями сделал, да, вот этот вот обряд. И на самом деле тот, с кем она была вот так вот без ее воли обручена, ну, просто как бы не давал ей вот такой вот личной жизни. Так вот, дорогие, да, вроде бы какая-то так иллюзорность, на самом деле нет. Так что, вот, дорогие мои друзья, еще сегодня у меня, дорогие, родился третий внук. Так что, вот видите, дедушка и с тремя внуками. Благодарю вас. Счастья и радости вам. Мира, добра и процветания вам и вашим родам.